Олег, для того, чтобы освежить в памяти наших зрителей географию вашей сети, где вы сейчас работаете, в каких регионах представлены? Мы калининградская сеть. Кроме Калининграда нигде не работаем. Я представитель совета директоров компании «Спар Калининград». Если говорить о портрете вашего покупателя, то вот на кого вы в данный момент ориентируетесь и как он меняется, скажем так, за последний, ну давайте возьмем год последний, самый такой срез сложный, наверное, для ритейла, который был? Спар — это супермаркеты, поэтому мы работаем в сегменте средний, средний плюс, но делаем все для того, чтобы наши покупатели были доступны людям с невысоким уровнем дохода, и для того, чтобы они были интересны людям с максимальным уровнем дохода. Что касается портрета наших покупателей, то небольшой секрет, что начиная с 2015 года, 6 лет подряд, наш покупатель беднеет, доходы домашних хозяйств сокращаются, и, к сожалению, мы вынуждены идти за нашим потребителем. То есть вы ассортимент пересматриваете в сторону снижения? Да, уменьшается доля верхних сегментов и расширяются нижние сегменты. Но это не означает, что мы когда-нибудь откажемся от своей концепции максимальной свежести и гарантированного качества. Это означает, что мы стараемся сдвигать выбор и предлагать покупателю больше товаров в среднем и в нижнем сегменте, сокращая предложение в верхних сегментах. В средних форматах, в магазинах площадью 400, 500, 600. Но наши флагманские магазины – это Евроспары более 1000 метров зал, и Интерспары – суперсторы. Соответственно, в них мы не трогаем матрицу, считаем, что это принципиально важно, чтобы покупатель мог иметь полноценный выбор. А что касается разделения на федеральный и локальный ассортимент, как сейчас это у вас выглядит? Мы стремимся иметь максимальный локальный ассортимент. Дело в том, что Калининград достаточно небольшой регион, всего 1 000 000 жителей. Соответственно, у нас не так много местных поставщиков, и все из них представлены на наших полках. Федеральный ассортимент, естественно, тоже присутствует. Это как и мейджоры, то есть компании, которые являются федеральными лидерами, так и просто компании второго уровня федеральные. Но мы понимаем, что мы никогда не будем конкурентоспособны в закупочных ценах по сравнению с федеральными ритейлерами. Поэтому относимся к этим группам товаров достаточно осторожно. То есть мы партнерствуем и создаем условия наибольшего благоприятствования для своих местных калининградских производителей, которых видим своими партнерами, понимая прекрасно, что проникновение федерального ритейла наносит по ним такой же серьезный удар. И раньше или позже крупнейшие федеральные ритейлеры будут замещать местных производителей на своих полках крупнейшими же федеральными производителями. Учитывая ваше уникальное положение для России, товары за границу у вас же есть в ассортименте? Мы крупный оптовик сами по себе. Мы выросли из оптового бизнеса. И у нас большой отдел прямых поставок. Соответственно, мы работаем с значительным количеством исключительных торговых марок. Это прежде всего спаровские марки. То есть, будучи членами сообщества «Спар» международного, мы имеем на полках и голландские, и австрийские, СТМ, которые нам поставляют наши коллеги из-за границы. И кроме этого, мы в силу специфики региона имеем достаточно много марок, это десятки контрактов польских и литовских товаров, которыми привыкли калининградцы, которых не знают россияне в большой России. Какие-то, скажем так, ниши российских товаров вам в данный момент интересны? Допустим, ищете ли вы конкретно каких-то сейчас поставщиков, какие-то ваши задачи? Или в данный момент это не актуально для вас? Смотрите, нам интересны любые российские товары. Мы активно сотрудничаем в рамках развития российских СТМ и российского объединения «Спар» с российскими же производителями, потому что в условиях девальвации рубля, мы в прошлом году имели 28% девальвацию по евро, 18% по доллару, в этих условиях многие международные производители стали неконкурентоспособны на российском рынке. Поэтому мы стремимся работать с производителями второго эшелона. И в целом у нас на сегодняшний день российских СТМ уже более 700 SKU.
собственных марок или исключительных марок, которые мы возим сами из России. В нашей компании крупнейший распределительный центр в регионе. Вот, в общей сложности там более 20 тысяч квадратных метров. Соответственно, мы можем себе позволить прямые контракты и как бы достаточно большие объемы поставок. А у российских поставщиков при сотрудничестве с вами есть, например, варианты выйти на европейский рынок? Нет, конечно. Нет, то есть только для вас? Надо понимать, что в целом на европейский рынок выйти чрезвычайно тяжело. И я знаю очень мало примеров, когда российские товары попадают на европейские полки. Пожалуй, из последних событий это только и очень интересный эксперимент светофора, да, который начал открываться в Литве. И мы видим, что там они реально привозят российские товары. Но в Литве в целом есть российские товары и в Максиме, и даже в Риме. То есть литовский покупатель, он приучен там к российским брендам в масле, вот, в семечках, там, в гречке. То есть для них это не является новеллой. А вот надо посмотреть, есть ли у светофора в Германии российские бренды и в каком количестве. Не уверен, что их там много. Там очень жесткое европейское законодательство, туда не просто попасть, это же сертификация европейская. Вот. И мы не ставим такой задачи, потому что это чрезвычайно сложно. И давайте будем честными, ну, в целом, даже в условиях девальвации, польские продукты питания дешевле российских. Вы уже немножко затронули момент еще вот этой конкуренции на вашем рынке. К вам в прошлом году, по-моему, пришел X5 Retail Group, если не ошибаюсь. А как вот есть какие-то перемены? Ощутили ли вы на себе присутствие федерального игрока? Ну, видите, мы же островной рынок. То есть у нас такая необычная история в том плане, что мы отрезаны от основной России двумя государствами. В связи с этим у нас много специфики, много логистики. Вот. Калининградцы, знаете, сравнивают нас с Бедронкой, с Лидлом, с Максимой. И мы их мониторили до момента пандемии. Они были у нас в мониторинге. Вот. В этой связи понятно, что федеральные сети не торопились на калининградскую территорию. Вот. Так уж сложилось исторически, что у нас игроком была номер один компания «Dixie», да, потому что она купила «Викторию» калининградскую сеть. Вот. И сегодня есть у нас и «Светофор», и «Фикс Прайс», и «Доброцен», вот, и «Метро». Вот. Действительно, пришла «Пятерка» к нам. Вот. Ну, мы очень рады тому, что пришла, потому что она нас бодрит. Вот. Как бы не дает нам расслабляться. Вы как-то готовились специально к их мы приходу? Мы очень много готовились к этому. У нас комитет антипятерочки начал заседать за год до открытия их. Вот. Мы изучили северо-западную пятерку вдоль поперек наискосок. Соответственно, заблаговременно начали вести переговоры с поставщиками теми же самыми федеральными. Объявили им о том, что, коллеги, смотрите, вот если мы что-то увидим для себя необычное вот, на полках пятерки, то как бы вы не обижайтесь, вот тогда придется выбирать. В Калининграде вы работаете с нами или работаете с пятеркой. Mm-hmm. Естественно, что мы укрепились в отношениях с местными поставщиками. Вот, и разработали большое количество собственных марок, которые производят для нас зачастую на довальческом сырье вот, местные производители. Соответственно, этот продукт никогда не попадет на полки федералов и той же пятерки. Угу. А если затронуть тему, которая здесь сегодня очень активно обсуждается, имею в виду в этих стенах, про цифровизацию, про новые технологии, что вы для себя рассматриваете, как может быть какой-то драйвер, рост еще один или конкурентное преимущество? Что давайте, давайте цифру разложим на две части. То есть существует главная часть цифровизации, подводная часть айсберга – это внутренняя цифровизация. То есть у нас в компании достаточно много процессов, связанных с развитием цифровизации. Соответственно, мы уделяем внимание большой аналитике, BI. Вот. Мы много сейчас работаем над оптимизацией процессов, прежде всего бизнес-процессов, потому что для нас цифровизация – это прежде всего снижение издержек в нашем основном офлайн-бизнесе. То есть цифровизация для нас, она вся там. Что касается внешней цифровизации, она состоит из двух основных компонентов. Это наша система лояльности «Клуб друзей». У нас сейчас там уже 200 тысяч установленных приложений «Клуба друзей». И «Клуб друзей» видится нам
вот уже в этом году локальным маркетплейсом. То есть мы туда будем интегрировать рестораны, мы туда будем интегрировать дружественные нам калининградские же другие бизнесы, да, цветы, электроника и так далее, и так далее. И внутри клуба друзей у нас существует вторая часть. Вот. И вот это наша ценность, контакт с клиентом, да, то есть, который формируется изначально в офлайне, мы пытаемся использовать в новом прекрасном цифровом мире. Вот. Пандемия ускорила наше развитие в области онлайна. Мы много думали о том, когда нужно выходить в онлайн, и никуда не торопились, вот, потому что был замечательный пример компании «Утконос», вот, которая, в общем, 20 лет показывала, что не время заниматься онлайном. Вот. Но прошлый год помог нам, вот, и ковид как бы ускорил развитие. Поэтому самый быстрый проект нашей компании – это был проект запуска онлайн-магазина, который мы там собрали на движке Битрикса за месяц и запустили его. Вот, и сегодня это значимый для нас… Вот, значимое направление, которое мы рассматриваем как важное сервисное направление. Мы вторые, да, то есть как бы среди всех интернет-магазинов региона. Вот на первом месте у нас Сбермаркет, да, который работает с Метро и с Дикси. Мы на втором месте. У вас своя доставка? У нас своя доставка, у нас все свое. Свои движки, как бы свои приложения. Нам это очень интересно, вот, но мы видим откат. То есть как бы был пандемийный взлет. Вот. А сейчас мы видим, что покупатель меняет вот, свои привычки, и даже цифровые люди по-прежнему хотят ходить в магазин. Ну, при этом, мы, ходить некуда, при этом мы сокращаем сроки. Мы начинали с доставки на следующий день, год назад, да, потом мы начали сокращать слоты. В настоящий момент мы уже перешли на 60-минутную доставку, причем это не экспресс-доставка там, 8 SKU, это уже как бы обычная корзина за 60 минут. Вот. И несмотря на это, мы видим, что очень многие покупатели как бы хотят ходить в магазин. Надо сказать, что магазин, наш супермаркет, он несет в себе много ценностей, помимо просто получения набора еды. И для нас интернет-пространство – это возможность убрать туда подписные индексы. Мы работаем активно над подписками и понимаем, что весь драй, да, то есть все сухие продукты туда уйдут. Вода, соки, крупы, порошки и так далее. А вот ценность общения с ультрафрешем, мы считаем своей главной ценностью, это ультрафреш внутри магазина, она является неприходящей. И наш покупатель, он хочет иметь визуальный, мануальный, да, тактильный контакт вот с этим авокадо, манго, бананом, он хочет это выбирать лично, он хочет лично видеть мясо в нашей мясной лавке, да, то есть выбирать хлеб, вот, булочки, хачапури, лепешки, вот, и это трудно сделать в онлайн-канале, поэтому мы для себя провозгласили приоритет клиента, вот, клиентский путь для нас, как бы, это святое, но мы стараемся быть архитекторами выбора. Это означает, что мы говорим клиенту, вот мы рекомендуем вот это. Если вы хотите ультрафреш, все-таки придите в магазин. Если у вас спецусловия, там, вы мама, да, то есть как бы вам не с кем оставить ребенка, вы пожилой человек, или вы сын пожилого человека, пользуйтесь сервисом доставки. Он для вас идеален, потому что это быстро, это удобно, мы гарантируем, что там всегда будут лучшие по сроку продукты и так далее, и так далее. То есть мы стараемся создать уникальную модель, во главе которой стоит клиент с его нуждами. Но супермаркет для нас является главнейшим направлением, и мы понимаем, что онлайн будет очень медленно отъедать у него долю. Там мой прогноз как эксперта – 1% в год. Если на сегодняшний день там, в целом по России мы стремимся к 1%, ну, то есть во всем FMCG там 1% продаж – это онлайн. А то мне кажется, что мы 10% сделаем только через 10 лет. И это будут огромные цифры, но это всего лишь 1% в год. Вот. При этом не забывайте, что Москва и Питер, ну, прежде всего Москва, концептуально отличается от Калининграда. Да, то есть вообще, там, скажем, если в Екатеринбурге 75 тысяч рублей средняя зарплата, а в Калининграде 37, то это разные люди с разной покупательской способностью. Если в Москве это больше 100 тысяч, то это совсем другие люди. Да? Надо понимать, что покупатель московский больше похож на европейского покупателя, а покупатель калининградский больше похож на восточноевропейского покупателя. Вот. И надо сказать, что опять же, в условиях, когда беднеет покупатель на глазах,
Там у нас стоят другие задачи, да, каким образом ножницы, в которых внизу у нас рост издержек, а вверху падение покупательской способности, дать покупателю эффективную и правильную, не картинку, а помощь, да, то есть как ему сделать свежий стол, да, то есть как бы с учетом его материальных возможностей. Мы же понимаем, что сегодня более 40% бюджета российской семьи уходит на FMCG в обычных регионах с 35 тысячами зарплаты. Соответственно, да, то есть мы должны пытаться демпфировать сами за свой счет этот текущий всплеск инфляции, вот, и делать так, чтобы человека, вот, корзина не превратилась в набор хлеба и молока. А вот вы упомянули, что люди по-прежнему хотят ходить в магазин, в том числе за фрешем. А как-то вы свои магазины под вот эти вот интересы меняете, перестраиваете? Или у вас, в принципе, не так работали, что вот эта, допустим, категория, она всегда хорошая, четко выложенная, представленная, и приходи, бери? Ну, давайте смотреть через цифры. У нас овощи и фрукты 15% от нашего оборота. Это очень хороший показатель для нашей индустрии. В стандартном там Евроспаре доля готовой еды около 15%. Это хороший показатель, но мы хотим 17-20%. То есть мы будем стремиться. Мы увеличиваем рекреационные зоны. То есть мы увеличиваем долю предложения готовой еды. И в целом готовы трансформировать супермаркет в сторону общепита. Вы знаете, что главной ценностью Starbucks считает третье место. То есть они продают не кофе и чизбургер, они продают человеку третье место. Не работу, не дом, а третье место, место, где можно встретиться. Когда у нас начали появляться рекреационные зоны, мы увидели, что мы заходим в рынок общепита и одновременно оставляем нашему покупателю возможность там встречаться. Если мы увидим более быстрый рост онлайна, вот, чем то, что я как бы ранее сказал, мы начнем быструю модернизацию магазинов. То есть мы будем гибридизировать формат туда, в сторону общепита. Причем у нас в группе компаний есть еще пекарни, есть еще кафе. И мы и так работаем в одном формате, стенка в стенку. И как бы наши покупатели знают, что если есть пар, рядом есть Кёнигсбекер. Да? В Кёнигсбекере они всегда найдут там свежую выпечку. Да? То есть и у нас очень много этого интересного внутри. Поэтому мы будем подстраиваться. И мы, допустим, наш онлайн-формат и Click and Collect, вот, и Spar Drive вот, запускаем одновременно. И делаем так, чтобы покупатель мог, ну, как бы найти самый удобный для себя путь. А, кстати, у вас специалистов IT хватает в регионе для таких целей? Или вы привлекаете из-за границ региона? У нас есть своя собственная группа. Люди, которые дописывают, да, то есть как бы наши программные продукты. Мы много покупаем у калининградцев. Так уж нам повезло, что у нас есть компания Bittrex24 с калининградской пропиской, соответственно, мы с ней достаточно близко дружны и с ее провайдерами, да, то есть людьми, которые нам помогают делать их, на их базе продукты. Ну, а кроме этого, мы пользуемся программистами московскими федеральными. Если мы работаем с Манзаной, и у нас система лояльности построена на Манзане, внутри которой Microsoft Dynamics, то это означает, что Манзана дописывает до нас те блоки, те шлюзы, которые нам нужны для как бы наших продуктов. То есть в целом, да, то есть дефицита нет. Другая проблема, что зарплаты у айтишников растут на рынке достаточно активно. Но вот это следствие текущего бума, который мы видим. А если коротко в финале, все-таки какие фокусы, допустим, для себя вы видите на 2021 год? То есть вы сказали, что будете дальше доставку развивать, уменьшать сроки доставки и так далее. Какие еще фокусы в, скажем так, в развитии, в работе вы сейчас видите? Смотрите, внутренняя диджитализация – это фокус номер один. Развитие СТМ и исключительных торговых марок – это фокус номер два. Развитие готовой еды – это фокус номер три. А что касается онлайн-торговли, мы ей занимаемся много, непропорционально много относительно тех результатов, которые она сегодня вносит в наш оборот и в наш финансовый результат. Но мы видим за этим как бы необходимое будущее и считаем, что очень важно идти в ногу со временем. А вот те первых три вещи, да, то есть они для нас являются приоритетными. Спасибо большое. Спасибо вам.